Так, вот сегодня 21 ноября 2017 года, дело 2-455-3/17, которое в производстве у судьи Федоровой Кузьминского районного суда города Москвы, выдано вот в таком виде, два тома, первый том, из которого мне не дают копии материалов дела. 500 страниц имеет. Опись, как мы видим, не закрыта. Секретари не расписываются. Определение выпускается вот в таком виде. В деле без номера. Вписывается от руки дата постановления определений. Даты назначения судебных заседаний. Значит, ответчик до сих пор уже больше полугода в деле не установлен. Данные его не запрошены. При этом, вот вы видите, на странице 419 первого тома, вот в таком виде доверенность нечитаемая. Роспись лица, указанного в доверенности, как на представление интересов неустановленного ответчика, нету, отсутствует. Роспись какого-то лица, фамилию которого как генерального директора прочесть невозможно. Значит, при этом приобщаются по такой доверенности документы без регистрации входящей корреспонденции в Кузьминском суде, как видим, нету штампа экспедиции о регистрации поступления, даты поступления этого заявления в суд. Значит, лицо действует на основании заведомо юридической ничтожной доверенности. У меня разрешение председателя суда. Да, вот на все. Да, да, да. Вы препятствуете мне моей деятельности. Значит, даты написания нету, приложены документы не заверены надлежащим образом, стоит печать на фамилии представителя, круглая печать организации, хотя должна стоять на росписи директора. Значит, вот в таком виде. Я информацию. У меня есть разрешение председателя суда. Ну, к сожалению, это... Разрешение покажите, пожалуйста. Вы на каком основании запрещаете? На каком основании запрещаете съемку? Кто вы? Не надо меня снимать. В связи с чем? В связи с чем? Потому что в суде видеосъемка запрещена. Кто сказал? Закон. Какой? Сошлитесь на закон. Сошлитесь на закон. Если вы какие-то требования... Не надо меня снимать. Вы какие-то требования? Я вам требую. Вы какие-то вы ко мне требования? У нас есть правила поведения в суде. Какие правила? Я снимаю свое дело. Я информацию о деле. Я дело свое снимаю. Вы меня сейчас снимаете. Ну, вы ко мне обращаетесь. Отойдите, не мешайте. Я вам еще раз говорю, вы можете сфотографировать, но ведь закон у нас разрешена. Ссылка на закон. Я вам сказала, есть правила поведения. Ну, мало ли, что вы сказали. Вы закон мне сошлитесь, я что она запрещена. Так, пожалуйста, не препятствуйте. Я вам не препятствую. Я запрос сделал председателю. Покажите председатель запрос. Ну, что вы мне будете рассказывать? Если вы говорите, покажите мне разрешение председателя. На я не знаю, с кем я говорю. Я вот там, у меня есть бирочка. Ну и что есть бирочка? Кто я такая. Ну, расскажите. Я вас слушаю. Вы, может, я знакомлюсь? Представьтесь. Я еще раз говорю. Вы делаете обращение? Видеосъемка в связи с чем? Запрещена. На основании чего? На основании правил поведения. На основании чего? Ну, я знакомлюсь с делом в канцелярии суда. Кто сказал? Сошлитесь на закон. Я сказала правила поведения. Ну мало ли что вы сказали. Что значит мало? Здесь ли? Я фиксирую нарушения, имеющие вы признаки уголовных преступлений. Имеющие право признаки уголовных преступлений. Покажите разрешение. Информацию о нарушениях в суде я имею право фиксировать. Покажите мне. Узнайте у председателя суда.
Вы когда приходите знакомиться... На так, сошлитесь на закон. Я вам сказала, у нас ваши, разрешение видеосъемки... Ваши требования должны быть обоснованы. Ну, обоснуйте. Обоснуйте, пожалуйста. Обоснуйте требования. Я знакомлюсь с делом. Я говорю, пойдемте, я вас ознакомлю. Я такое запрос направил еще 12 октября. Где сейчас председателю. Но если председатель не выполняет свои обязанности отвечать на запросы граждан в течение месяца, в отношении председателя подано заявление в прокуратуру и Верховного суда. На производство о нарушении съемки и фотографирования материалов правил дела. Ответов на обращение граждан. Есть, да. Покажите. В Конституции статью читайте 29-24. Да, на сбор информации, касающихся граждан. Вы находитесь в здании суда. Ну что, я нахожусь. Это общественное, государственное учреждение. Я еще раз говорю, публичное. У нас есть правила поведения и посещения суда. Хорошо. Они основаны на законе? На основании. Ну, на каком законе? Если вы хотите ознакомиться, вы также можете пройти и почитать. У нас это есть на сайте суда. Там никаких нету запретов на знакомство с делом, нету. Съемка производится в суде исключительно. Я имею право снимать копии материалов дела. Это мне председатель с помощью своего телефона, да. Нет, вы не представляетесь. Вы не представляетесь. Вот у меня есть... Так, не мешайте мне, пожалуйста. Мужчина, вам не мешает, вам объясняет.